В общежитии за ярким балаганом, что разбили циркачи на той неделе, Лилипут себе приснился великаном. Теснотища, заворочился в постели, ног не вытянешь, не разбросаешь руки, стал игрушечным домишком почему-то. Все сместилось, не отыщите в округе человека вы огромный лилипута. И над ним не насмехаются разины, смотрит голову, задрав на Гулливера. Нет опять ему костюма в магазине и ботинок подходящего размера. Он идет по миру шагом семимильным, и реке не задержать его разлива. Лилипута все считают самым добрым, самым сильным. И, конечно, справедливым. В общежитии за ярким балаганом, что разбили циркачи на той неделе, лилипут себе приснился великаном. Теснотища, заворочился в постели, этот сон ему казался необманным. Только утро приближалось по минутам, было б лучше, если б он себе не снился великаном. Каково потом проснуться лилипутом? Лучше б он себе не снился великаном. Каково потом проснуться?